Первые татуировки я делала ему на попе. У него забита одна булочка и вторая. Я учился во время практики, сразу на живых. Мы открыли какой-то портал, и к нам начали приходить селебрити. Это Александр Рогов, я такой в смысле. Игорь единственный в моем окружении, у кого нет художественного образования, но он добился очень многого.